Вот наши люди уезжают в Великобританию, уезжают в Южную Корею, вам показывают. Делают простую работу, настройки, таскают кирпичи, что-то там, такую тяжелую грязную работу делают и получают по несколько миллионов тенге. Неужели вы хотите всю жизнь прозябать? Нам просто нужно объединиться и действовать. Для этих целей нужно создавать ячейки, уважаемые друзья. Ячейки можно создавать и одному человеку. Я каждый день выпускаю ролики и говорю об этом. Это первое. Второе. Мы хотим в октябре организовать митинги. Именно в октябре. Но для этого нам нужна такая тема, которая объединяла бы людей во всех регионах страны. Есть локальные проблемы в том или ином регионе. Нам важны такие темы, которые бы объединяли и были бы общими для всех регионов страны. Я два раза уже написал посты с просьбой изложить свое видение, какую тему для митинга могли бы вы предложить, которая бы была бы идентична для любого из региона, злободневна для любого региона. Это проблема электричества, воды, тепла, заработной платы, плохой медицины и так далее. Мы ждем от вас обратной связи.